Часовня встретила первых прихожан колокольным звоном. Епископ Костомукшский и Кемский Борис Баранов и настоятель храма Вознесения Господня Протоиерей Олег провели торжественный молебен и осветили часовню. И Сына, и Святого Духа. Аминь. Раньше на этом месте находилась часовня, освещавшая корабли местной верфи. Информация о ее внешнем виде не сохранилась, поэтому новую спроектировали в классическом карельском стиле. В часовню доставили мощи святого Митрофана Воронежского, иконы и утварь для храма передали меценаты. Действительно, это счастье вот в такой праздник, в День России, осветить часовню, осветить храм. И мы не только вот освещаем сегодня часовню и храм, мы, по сути, возвращаем свою историю. Спасибо всем еще раз, кто принял в этом участие, кто сегодня с нами разделил этот праздник. Глава республики вручил меценатам, внесшим вклад в строительство, почетные грамоты правительства Карелии и благодарственные письма. Для прихожан выступила юная артистка, а на память было сделано общее фото на фоне часовни. Дарья Лопухина, Максим Зверев, служба новостей, Питкяранский район.